bring it back. Ну, привет-привет, мальчики и девочки. В этом коротком, я думаю, видосике я хотел бы затронуть такую тему, как ник. Многих людей смутило, что у меня другой ник. Некоторые заподозрили, что это не мой аккаунт, но скажу, что нет, это мой аккаунт, несмотря на то, что мне предлагали его продать. Я пока не вижу смысла в этом. Соответственно, мне давным-давно не устраивала приставка 123rus, потому что ник создавался очень-очень-очень давно, как только игра вышла, и это был такой, скажем так, дежурный ник. И поэтому я, скажем так, достаточное время думал о том, чтобы сменить ник. Ну, когда я гуглил этот вопрос, меня тупо все отправляли в техподдержку. В интернете ничего не подобной такой темы нету, ссылки никакой не нашел. Но все-таки я лопатил и нашел два способа. Я не буду рассказывать там, какие существуют способы, как можно это сделать. Я просто вам расскажу, ребят, как это сделал я. Так, ссылочку я оставлю в описании. И здесь я хочу вам рассказать, что, как и как пишется. Games. Games — мы выбираем игру. В данный момент это у нас Marvel Битва Чемпионов. Дальше. Suggest. То есть это типа, как я понимаю, типа причина. В ней мы пишем Edit Nickname. Я скрин вам оставлю для сравнения, чтобы вы поняли, что да как. Дальше. Descriptions. Description. Здесь, то есть, мы пишем варианты ников, какие мы хотим. Я заранее сделал, в игре в поиске вбил ник просто бонус. Мне выдало, что такого ник не существует. Соответственно, я уже сделал акцент на него. Также я сделал еще два варианта, которые мне тоже устраивали. Вот, здесь мы пишем, причину, я так это понимаю. Я это выбрал Overgames Resource. Дальше. Player Name. То есть ваш ник в данный момент в игре. Дальше сервер. То есть у меня в данный момент это Россия. Адрес email, то есть ваш email. И файл, то есть я прикрепил файл своего, Я сделал, то есть, ник своего профиля и прикрепил его. Не знаю, что нужно туда прикреплять, я в этом так сильно не разобрался, но я прикрепил профиль ника. Ну, картиночку того, что я вписывал, я вам оставлю для обзора, точнее примера. А от вас у меня просьба, ребят, кто соберется менять ник, и если у вас это получится, то напишите обязательно в комментариях. Я после того, как сделал заявку, мне нам за указанный email пришло письмо в том, что в течение 24 суток ваша заявка будет рассмотрена. И на следующий день мне пришло также письмо о том, что если у вас нет каких-либо вопросов, то определенное количество времени, я уже не помню, врать не буду, заявка будет закрыта. И можно сказать, я вечером подал заявку, а утром я захожу в игру, а у меня уже ник другой. То есть, вот так вот, никаких таких проблем, ничего такого не было. Поэтому от вас просьба, напишите в комментарии, кто поменял ник, у кого это получилось. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем пока.